На рыбном рынке в Питерхеде идет аукцион. Этот городок на северо-востоке Шотландии живет рыбным промыслом. Главный потребитель – континентальная Европа, но эти рыбаки все равно будут голосовать за выход Британии из Европейского Союза. Если нам гарантируют контроль над нашими водами, все местные рыболовы проголосуют за выход из ЕС. Рыбная ловля – рискованный бизнес. На протяжении десятилетий отрасль страдала от избыточного вылова. Чтобы преодолеть кризис, в Евросоюзе приняли единую рыболовную политику, которая устанавливает квоту на добычу каждого вида рыбы для всех стран-участниц. Причем работать в богатых рыбошотландских водах может траулер любого члена Евросоюза. 70% европейской квоты вылавливают в наших водах, из которых наши только 14. Чем не причина выйти? Благодаря европейскому регулированию положение на рыбном рынке стабилизировалось, и квоты на добычу растут. Однако шкипер Питер Брюс будет голосовать 23 июня за выход из Евросоюза. После того, как мы вступили в ЕС и начали выполнять единую рыболовную политику, британский рыболовный флот резко сократился. Существенно упало число рыболовных хозяйств и количество занятых в них людей. Мы хотим вернуть контроль в свои руки. Сейчас трудно предсказать, с какими торговыми препятствиями столкнется Британия, если она решит выйти из Евросоюза. Неизвестно, как будут реагировать на торговые конфликты в правительстве и парламенте. Есть опасения, что нашим парламентариям нет дела до рыбаков. Мы это понимаем, но готовы рисковать. Согласно соцопросам, более половины шотландцев против выхода из Евросоюза, но в этом регионе большинство за евроскептиками. Я поддерживаю выход. Почему? Мне кажется, так будет лучше для нашей экономики. Просто таковы обстоятельства. Мне кажется, мы должны остаться. Остаться? Почему? Нам это нужно. Без ЕС станет невозможно торговать. Слишком много минусов в случае выхода. Честно говоря, я не так умен, чтобы иметь определенное мнение по этому поводу, но я скорее за выход. Почему? Просто потому, что это наша независимость. Я двумя руками за выход. Пусть даже мы потеряем на этом какие-то деньги. Мне по барабану. Соцопросы по всей стране показывают, что голосов «за» и «против» примерно поровну. Однако в отдельно взятом Питерхеде в результате сомневаться не приходится.